И всем привет, с вами я, Александр Сачков, и это наша третья часть Антигрифер Шоу в Майнкрафте. Видите, да? Так, ладно, сегодня мы найдем Грифера, это будет такое вот, ну, наверное, недолгое видео. Так что давайте как-то так вот полетаем, вот тут обновление есть сервера, вот тут, вы, наверное, это видели. Тут сундуки, дальше здесь можно увидеть вот такую вот не знаю, полоса препятствий. Ну, короче, по этой штуке можно ходить. Так, давайте там все это пишу. Заходите на мой сервер Nubus, Nubus сервер, IP сервера вы увидите в описании под видео. Так. В общем, летим. Я вообще туда лечу, да. Вот мы нашли вот этот дом. То есть, он, смотрите, какой огромный. То есть, этот дом вообще был куплен 10 на 10 блоков. То есть, смотрите, здесь, и там 10. Я не знаю как, но как-то этот парень взломал сервер, и получилось, вот он там сидит. То есть, что он, смотрите, какой сделал себе дом огромный. Так, сейчас у меня карта прогрузится. Вот смотрите, что этот Грифер сделал. Конечно, он, во-первых, выпустил всех уток, ну, почти всех. Но все равно, тут ферма уток была с яйцами. Так. Так, лава здесь как была. Вот. Вот такую вот он сделал, не знаю, яму такую, квадратную, можно сказать. То есть, вот так. И стекла он сделал. То есть он испортил вот эту вот штуку, где вот эти вот битва. В общем, вот такую вот он штуку сделал, но тут еще не просто так. Здесь он открыл еще метро. То есть можно заметить здесь то, что здесь сделано метро. То есть смотрите, вот. То есть в игре вот сделано метро, там можно пройти, видите, посмотреть. На сервере это вы можете зайти, посмотреть, в общем. Вот так он сделал, то есть он сломал метро. Старое, которое само сгенерировалось еще когда создался сервер. Еще он вот такую дырку проделал в какую-то, ну, понятно, в какую-то эту пещеру какую-то. В общем, все это сделал вот он. Так, еще он сделал. Не знаю, покажу, не покажу, наверное. Сейчас. Смотрите, что он сделал с домом моего второго друга. Ну, смотри, вот его пушка, то есть ее можно зарядить спокойно, чтобы она работала. Если просто заряжайте. А, я забыл. Сейчас. Делайте. Вот, и начинает они стрелять. Видите? Стрелы начинают стрелять. Если это все выключить, то они не будут стрелять. Вот, смотрите. То есть стрелы закончили стрелять. И это. Он, короче, сломал это все. Я сейчас вам покажу. Сейчас стрелы наберу. В общем, он все испортил. Здесь. Сейчас покажу, как он это сделал. Так, это сделаю. Так, это. Так. Короче, он испортил дом моего друга. Я решил его. Ну, не знаю, забанить, не забанить, как получится вообще. А, там вот у меня две стрелы осталось сейчас. Так. В общем, даже прикольно сделано, все стрелы летают. То есть это как пушка против зомби можно ее использовать. А, ну, не знаю, выглядит она, конечно, круто. Так. Все. Так, не хватило стрел, видите? Что где-то здесь еще несколько стрел валяется, нет? Валяется. Ну, в общем, ладно. Все, ладно. Стрелы наберу. Так. Стрелы-то нету. А вот. Так. Десяточку возьму. Так. Так, и вот здесь она была, да. Так, все. 8 стрел осталось. Все. Так как я могу. Здесь админ, я могу все делать. То есть, смотрите, вот его дом. То есть, тут какие-то парни стоят. Барды какие-то. В общем, в костюмах красной стены. Вот, смотрите, что он сделал.
Он взорвал дом, то есть там, вот, смотрите, вот, все сломано. Вот смотрите, он все это сломал. Там взрыв дальше, я вам все покажу. Сейчас спрыгну. Так, здесь его дом. То есть он сломал здесь дверь, здесь была дверь. Так, сейчас посмотрим, что он еще сломал. Так. Так, давайте посмотрим. Так, нет, я не здесь хотел вылететь. Ну, давайте через дверь выйдем. В общем, вот это вот все понятно. Вот. И вот он сделал какой-то куб, еще один вот, и сделал такую вот огромную, не знаю что. Ну, короче, он закрепил полностью мой сервер, видите, это такой вот куб, это, то есть, не фейк, реальный такой вот, не знаю, как назвать. Куб, не куб, то есть смотрите, вот его с разных сторон можно увидеть, здесь как блок. То есть он взорвал мою карту. Посмотрите, вот так. Это все. Тут какие-то вот плавают эти, то есть сломаются. Здесь должна быть просто, я не знаю, трава. То есть этого куба не должно быть. То есть не я его делал, а делал он. Еще вот, вот такой вот куб сделан. Он сделал. Вот смотрите, он просто это куб. Просто куб. Вот смотрите. Он со всех сторон будет кубом. То есть здесь как-то проломлено, здесь как-то, я не знаю, зачем это сделано. То есть это просто куб. Это понятно, наверное. Так, вроде где-то он еще сломал что-то. Вроде где-то я видел, что... А, да, вот здесь. И вот третья эта штука. Он здесь вообще проломал полностью все. Здесь сломано полностью вообще все. То есть тут можно под карту даже провалить. То есть, вот, я вам сейчас докажу даже это. То есть вот сейчас полечу. То есть это можно под карту даже. Так, видите? Я под карту уже провалился. То есть это просто он... Даже мне игра немного залагала. Так, видите, то, что я под карту провалился, он сделал просто дырку в сервере, ребят. Ребят, так что вот смотрите, вот. Это вся моя карта. То есть, смотрите. То есть, она снизу. Он сделал дырку. В общем, в этом всем. Так, давайте обратно вернемся тогда и посмотрим, зачем что с ним нужно делать. Пришел домой, а? Домой, дом. Так. Я, то есть... Короче, вот я самое главное показал то, что он сделал. Ну, вот. Да, я понимаю, ты один, да. Давайте вернемся к нашему вот этому дому его. Он вообще... Не надо мне не банить, ничего. Я правда извиняюсь. Давайте посмотрим. Не ломай его там, пожалуйста. Дальше. Так, ну больше он вроде ничего не сделал такого. Только вот это вот все. Блин, то ну есть не вот надо где вот кубы он сделал такие. Ну что ты? Есть, давайте теперь его. Блин. Мы его сами накажем за грифером, ну короче, понятно. Вот туда эндермен, ну, в темноте. Что такое он за него дом, давайте подлетим. Так, ну все. Ну пожалуйста. Так, сейчас я прыгну. Вот смотрите, ну, какой у него ну, дом. Не ломай, просто видите, ребят. Да не ломай ты, блин, ну что? Вообще, это просто, вот смотрите, вот это ломаю, вот. Не надо, вот, да. Я не знаю, что не я надо, на него ломать да, не буду, потому пожалуйста, что... Пожалуйста, не ломай. Вот. Да, я извиняюсь, ну, красивый, нормальный еще. То есть я могу его забанить, больше, этого игрока. Я все понял, пожалуйста. Пожалуйста, но, в общем... Дом я ломать его не буду, потому что я его просто переделаю под дом сервера. Короче, ты мне построишь новый дом. Круто будет. Понятно? Ребят. И мне пофигу. Вообще крутой дом. Ты построишь, короче, из чего? Интересно, у кого он все это за грифера? Я здесь главный. Ладно. Короче, привет. На этой территории. Сегодня я тебя буду банить, то есть ты за грифером. Нет, ты за грифером мой сервер. А, Куба, ты знаешь это все, я тебя спалил, то есть на камере все записано, то есть, то есть давно. Мой сервер, да а, камера все я делается, то есть, там снимает, я понимаю, дом мой, но, да, видео. Я знаю, сервер. Я зашел, поэтому все камеры за всеми игроками игрока следят, поэтому ты запомнился, то, что ты взорвал его броню, три, вот эти, и дыр, сломал, не знаю как, но ты сломал. Я знаю, что я сломал у него все собаки. Забавить, наверное, тебе надо. Ну, я извиняюсь, общем, не надо. Это было давно, у тебя это было вот неделю назад. Тут, наверное, есть? Нет. Пожалуйста. Ничего нет. Ну зачем? Ну не ломай, ну блин! О, пожалуйста, у нас, смотрите, мои последние вещи не надо. Ну, вообще. Блин. Или у него все, смотрите. Что, о, блин? Эндерман все подлетел.
Посмотрите, у него даже, вот смотрите, он демонический меч у него, зачарованный. Это тупой дебют, не понимаешь, что ли, вообще? Такая броня не очень так уж и дешевая, такая даже, можно сказать, уже дорогая, но средненькая, ну, конечно, дорогая. В общем, смотрите. О, что ты сюда пришел-то? Короче, ты будешь сейчас играть по моим правилам, понял? Дебил такой. Не знаю даже, что с ним сейчас делать. Забанить, наверное, его. Давайте его забаним. И все, наверное. Это надо заканчивать наше видео. Так, пишем сюда ему. Бан. Ладно, все равно я перейду на другой сервер, буду там играть. Ладно, давай. Анна. Пока. То есть проверяем. Правильно писал? Правильно. Итак, все, я уже забанил, то есть дом тебе пустой. И вдруг забанил, ребят. Навсегда, можно сказать, пока его не разбанил. На сервере. Да, очень прикольный дом, то есть здесь есть руда, здесь есть все. Дом я себе оставлю, наверное. Пусть он у меня будет. Пока что, ребят. Ну да, конечно, он очень крутой. Мне он понравился, ребят. Но он его загрифлировал, мой сервер, ребят. Давайте. Что, дверь не могла, что ли? А, почему-то дверь заглючила немного. Ну ладно. Так, ну в общем, ребята. Вот так вот мы забанили этого парня, то есть мы не стали ему ломать все. То есть дом я себе оставлю, то есть пусть он порадуется хотя бы. Но зайти он на сервер уже с этого не сможет никогда. Потому что я его забаню. Потому что он загрузит у меня, и я не знаю, как его родит. Кубы буду восстанавливать, ребят. Как-нибудь восстановлю потом. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Заходите на мой сервер Нубас сервер. Играйте на них и радуйтесь. А с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Ссылка на него вы увидите в описании под видео. Ну, также ссылка на сервер тоже. В общем, пишите комментарии под видео, добавляйте меня ВКонтакте. Мой ID 53554463. Александр Сучков. Добавляйте меня. В общем, приятной игры на этом сервере, который постоянно из грифферы. В общем, всем вам пока.